Количество пациентов вот за последнюю неделю у нас было по гололеду именно 130 пациентов, 131 пациент был. Вот, в основном поступает там с переломами, там лучевой кости в типичном месте, лодыжки ломают люди, ну и с сотрясениями. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга тоже бывает. Нагрузка, можно сказать, наполовину выросла. Не как в прошлый раз, не как в декабре. Вот, в декабре в два раза у нас нагрузка выросла. Вот. А в каких местах, где чаще падают люди? Падают на улице. Вот, около дома падают, около подъезда. Вот. Остановки, тротуарные, пешеходы. Бывает, да, бывает тоже. На остановках падают. Но чаще всего люди падают там около дома, вот, на асфальт, на пешеходных переходах падают, бывает тоже так.